Асфальтированную дорогу больше 10 лет ждут жители жилого массива Жанакетек в Туп-Караганском районе Мангыстауской области. Чиновники обещают проложить покрытие из года в год, но пока безрезультатно. А тем временем почти сотня местных школьников вынуждены ежедневно ходить пешком по 3 километра, так как автобусы сюда просто не ходят. Жалобы людей выслушала моя коллега Светлана Султангиреева. Это место словно забыто чиновниками. Асфальтированных дорог местные жители ждут уже не первый год. Но своих обещаний чиновники не сдерживаются, жалуются люди. Наши чиновники хорошо только говорят. Обещали 10 километров проложить в районе. 3 из них в нашем поселке. На деле как не было асфальта, так и нет. Хорошо, когда нет осадков, но впереди осень, и здесь будет каша из грязи. Тему плохих дорог накануне в послании народу поднимал и президент страны. Касым Жомарт Токаев поручил масштабировать программу по ремонту автодорог. Поэтому поручаем масштабировать данную программу с охватом не менее 10 тысяч километров дорог по всей стране. Разумеется, качество в особом приоритете. Для этого нужно шире применять инновационные методы и передовые решения. С целью усиления общественного контроля следует запустить единую цифровую платформу, на которой будет отражаться вся информация о строительстве и ремонте дорог, в том числе внутригородских. Местные жители надеются, что теперь проблема сдвинется с мертвой точки. Еще одним наболевшим вопросом в поселке является отсутствие автобуса. Второй день нового учебного года, а нервы родителей уже на пределе. История длиной в 10 лет перетекла и на текущий год. Детям ежедневно приходится ходить пешком 3 километра до школы и столько же обратно. Днем еще полбеды, говорят обеспокоенные родители. Но скоро начнет рано темнеть. Темнеть и возвращаться домой одним станет опасно, уверяют они. У меня 2 школьника. Один учится в первую смену, еще один во вторую. Каждого нужно проводить и встретить. При этом дома у меня новорожденный месячный малыш. Это очень сложно вот так ежедневно разрываться. Но родители в очередной раз успокаивают. На портале госзакупок конкурс на приобретение школьного автобуса был объявлен буквально накануне учебного года. Вроде бы победитель определен. И автобус за 63 миллиона тенге на стадии закупа. Однако, согласно правилам госзакупок, любой участник может оспорить результаты. На сегодняшний день не могу дать гарантии, что никто не будет оспаривать итоги конкурса. Если будут жалобы, тогда процедура растянется еще на 15 дней. При этом скажу, что в прошлом году мы возили первоклашек, но потом родители сами отказались, возмутившись тем, что остальные школьники ходят пешком. Сейчас я не могу ничего изменить. Будем ждать. Когда решатся острые в регионе проблемы, пока не ясно. Между тем, местные жители страдают из-за отсутствия центрального водоснабжения. Светлана Стунгиреева, Фархад Шаткам, Астана Таймс, Мангыстауская область.